Всем привет, вы на канале Crypto Freelance. Сегодня у нас Testnet Me Tokens. Это платформа, на которой каждый может создавать свои собственные токены. По наградам мне пока ничего не известно, но поскольку занимает 2 минуты, то лучше сделать. Переходим на сайт, подключаем наш MetaMask. Меняем сеть на Ringcab. Теперь нам нужно будет получить тестовые токены. На другой страничке также подключаем наш MetaMask. И нажимаем Mint. После того, как мы получили наши тестовые монеты, давайте перейдем к созданию. Нажимаем Me Token, Connect. Здесь нажимаем Create a New. Теперь нам нужно будет заполнить пустые строки. Вписываем юзернейм, наш email, имя токена, символ токена. И количество. Я введу 1000. Нажимаем подтверждаемся. Итак, как видим, токен создался. Ждем завершения. После этого нам нужно будет сделать несколько свапов. Так, мы купили наши токены, теперь давайте часть продадим. После этого делаем скриншот нашего экрана, переходим в Discord. И в разделе «Фидбэк» оставляем наш отзыв. На этом все, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, до новых встреч.